А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем привет, дорогие подписчики, с вами, конечно, Димка, Юрка и Фила, а также Таня. У нас это, ребята, копы против воришек. Всем здорово, ребят. Всем привет. Сегодня, ребята, у нас просто очень много человек в ролике. Я очень надеюсь, что вам понравится он, потому что мы очень сильно постараемся. И самое главное, ребята, это, конечно же, мне угнать все тачки, потому что сегодня будет очень сложно, так как у меня будет против 3 копа. То есть это Фил, Юрка и Даня. Я в одиночку должен буду угнать эти машины на парковках, стоящие по 3 штуки. Вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Вот. Главная задача, ребята, угнать и спрятать тачки, чтобы копы не знали это место. А если они узнают, то тогда я проиграл. Вот. Я надеюсь, что у нас все получится, потому что есть некоторые тактики, которыми мы будем сегодня пользоваться. Вы ставьте обязательно лайки, наберем 3000. И давайте-ка попробуем набрать 3000 комментариев за первые же сутки. Получится ли у нас? Давайте-ка попробуем. Ну, а мы отправляемся готовиться. Ну, давай. Ребята, мы продолжаем. Ребята, мы начинаем и нашу задачу угнать тачку. И вопрос, конечно, копам остается открытым. Да, потому что я кое-кого заметил. На черной, вроде как, Тойоте, если я не ошибаюсь. Черная Тойота какая-то. У вас такие же тачки, да? Да, да, у нас Тойоты. Да. Аси, Тойоты. Так, вылази, я понял. Я специально проверил, чтобы бот сдох, а он не сдох. Какой бот? Спалили, спалили, спалили. Да ты думаешь, что ты бот, а ты не бот. Иди отсюда. А я бот! Я бот! А я бот! Ну да. Да ты чё, какого хрена? Ты чё такой жесткий сегодня, я не понял. Вот именно, чё вы тулите ее? А вот, лежит. Снимать. Я понял. Я понял, пацаны. Идите-ка вы нахер, слышите? Слишком жесткие вы на самом деле сегодня. Прям очень жесткие. Мне это не нравится. Ну а ты чё думал? Мы свирепые на чёрном БМВ. Свирепые? Вы свири жесткие вообще. О, нормально, мне нравится такая машина. Ребят, не, на самом деле это будет очень жестко, потому что я уже понимаю, против 2-то нереально, а против 3 это вообще нереальнейшее будет сегодня нам, походу, угнать тачки, но я очень попробую. Как минимум, я попытаю свое счастье. Ах ты! Так. Заехал наверх! Конечно, а ты думал, что? Я с тобой шутки играть буду. Он обратно развернулся. Так тихо. Да ёпарас, это я. Да, тут значит полчаса залазил на эти ступеньки, а он просто развернулся в обратную. За 2 секунды, дядь, да. Это так и работает, брат. Это так и работает. Короче, на самом деле, я сегодня готов угнать просто все тачки, которые сейчас стоят на парковках, поэтому для меня... Вы вообще, я вас не чувствую. Слышь, во-первых, ты нюхай там что-нибудь. Нюхозавр. А я пока что просто попробую... Утони, мать твою. Слышь, ты... Что так базаришь, я не понял, а? Ты чё так базаришь? Хитрый. Он точно сейчас утонет, смотрите. Чекайте. Да я тут при чём? Ничего не получилось. Даниссимо долетело. Слышь ты, Даниссимо, блин. Ой. На. Раскидарасило, конечно, мою тачку. Я не знаю, чуть-чуть еще сделать. Ладно. Как выехать? Я думаю, что это изи. Это был изи угон. Я на ЖД пути выкинула сверху говнотечки. Бывает. Бывает, бывает, бывает. Скоро тебя потеряет. Юрка не знает о чем. Сегодня говорить будем о том. Говорить будем о том. О том, о том, о том. Да, я поставил тачку уже. Точно? Ага. Наверное. Наверное, знаю точно, невозможно, возможно. Йода, чудо, за мной, за мной, за мной, я увидел это. Я сюда за ним ехал. То же самое чувство. Я просто видел, как за мной кто-то едет, и я пытался реализовать один коварный план. О, да! Да я-то при чем? Меня хватит ранить. Там заговор. Идеально. Вау, здорово, мужик. Сказочный. Здорово, мужик. Летун. Как дела, мужик? Я не летун, я палетун. Главное, чтобы а не... Вот и все. Я сказал, что ты баклан обычный, обыкновенный. Сам ты баклан еще, слышь? Обычный, обыкновенный. Не, летал он, хочу сказать, очень даже неплохо. Да вот и я не знаю, где я. Ладно, я думаю, что, ребята, вот в этом...
месте можно было бы оставить тачку, потому что, ребята, это просто что-то с чем-то. У меня вроде как получилось все. Давайте-ка вот сюда мы ее загоним. И все, да, поехали тогда. Да, поехали на следующий гон, ребята. Погнали. Ну давай. Погнали. Ладно, пацаны, это все была разминка. Я сейчас готов просто уничтожать вас. Делегировал все свои задания другим моим копам. Ой, копам, ворам. Ворам, да, ворам. А, да есть тут одни воры. Которые должны отработать на максимум. Не, я только этого шептуна пустил. Когда кто-то мимо меня проехал. Вау, авария. Ну как это вообще делать, ребята? Как вот работать против вот таких вот? Фуфло, блин. Увольняйся. Вау. Увольняйся. То есть аннигиляция всего, что движется. Аннигиляция всего, что движется, говоришь. Ладно, в любом случае, пока не понимаю, что вообще происходит. Парнишка, ты заехал не туда. Какой-то бот заехал. Конечно, у вас черножопый, но ты не этот фиолетовый. Слышь, как минимум. Это что за... Тебя здесь не ждут, тебе расизм, здесь не а? Рады, понял? Это что за расизм, я тебя спрашиваю? Это, ты... это банда, ты понял, здесь находится? Черножопик. Я, знаешь, я подумал, а почему бы нам не стать просто похожими друг на друга, пацаны? Здорово, здорово. О, чего? Спасибо, спасибо. Чего? Спасибо. Вы дурак. Стоять! Все, Да ладно, пацаны. Да ладно, пацаны, о чем вы вообще? Пацаны, вы еще матерям своим нужны. Спасибо! Спасибо! Изи! Мне кажется, Даня подкупленный, мне кажется. Дань, 200 рублей тебе дам после ролика. Ставки повышаются сегодня просто раз много. Ладно, раз получилось один раз. Ты мне ни разу не дал, я уже в курсе. Спалили. Обманщики. Ай, сам такой. Не обманщики. Я уганчик. Уганчик, точнее, вот. Он прыгнул, куда ему тут еще деваться? Ну да. Против троих это прям мега сложно. Но я думаю, что это не ловится, пацаны. Это просто вообще unreal. Думаешь? Да, знаю я. Ну, у нас, если так посмотреть, тачки говно, они не летают. Думаешь? Ну я же на ней же полетел, поэтому... У меня же точно такая же была, поэтому, дядя... Ничего не знаю. Я даже с минус, я утопил тачку. Понимаю. Понимаю. Наш говно подкупленный, подкупленный. Кстати, да, в натуре. Ладно, не, ну это хорошо, конечно, как говорится, что я привез очередную тачку. Ребята, оставим, пожалуй, ее вот здесь. Окей, да. Это было быстро, это было приятно, и в любом случае, пацаны пока что не догадываются. Не догадываются, но у меня есть секретное оружие. Отправляемся на следующий гон, погнали. Ну мы с тобой в русскую рулетку сейчас сыграем. А где вы вообще? А! Злой непонятно ванит, вообще, ты? Что происходит. А где ты? А ты где? Да где? Меня пока нету. На чем катаешься? Или ты пешочком? Меня пока нету. Меня пока нету. Все поняли, да? А это кто сел? А, понял. Ты! А в смысле? Это он был! Я же вообще, я в наглую тупо заехал, но сработало. Я думаю, что за бот? Понимаю. Держи его. Куда? Да не, пацаны, такой не ловится, пацаны. Такой не ловится. Это наш клиент. Я застрял. Ёпа, рысоты, я не знаю. Чувствую, тачка не то. Да он что-то на каждом столбе зависает, я смотрю. Она, конечно, уже в мясо, в говнище. Ладно, чтобы меня не вписали. Вау. Да мы тебя впишем, запишем. Взрывай. Я тебя сейчас взорву. Да нет, нет, не сюда, не сюда, не сюда, вот туда. Блядь, или вот туда. Здорово, я угнал тачку. Ну чё, вылазь, в принципе. Вылазь, вылазь. А что делать? А что, вылазить с машины. Пока, пацаны, пока, пацаны. Куда? У тебя там уже ни колес, ничего, куда ты едешь? Это как, знаешь что? Дело не в тачке и не в колесах, а дело в умении и в том, кто за рулем, понял, да?
Моё, да это же все неправляемо. Вау, еще раз, еще раз. Можно еще раз? Ладно. Ладно, пацаны. Да, вы, конечно, она уже смялась молодцы. Так, что я просто переезжаю по ней. Да, по факту. Не надо переезжать, надо быть на месте. Ё-моё, что с ней? Да, меня не надо. Она как-то выпуливает жестко, я не понимаю, что вообще происходит с ней. Я не виноват. Мне кажется, тебе пора выйти с машинкой. Виновата ли я? Да это просто, да, это жесть. Я ничего, походу, здесь не сделаю. Слишком, да, слишком она упоротая, ребята. Да, ладно, в итоге я ее просто вам оставлю, так уж и быть, потому что я тупо теряю на этом время, и мы отправимся тогда на следующий угол. Тупо тачку отжали. Погнали. Ладно, пацаны, я, знаете что? Я думаю, что мы еще с вами поиграем. И в русскую рулетку, и не в русскую рулетку, я думаю, что... Ну, давай. Вы охренеете от того, что я придумал. Что ты придумал? А что случилось? Выкладывай. А что так резко замолчал? Вот вообще врезается. Бот на гигантской скорости летит. Ну-ка. А! Это не бот. Это бот Димка. Бот Димка, бот Димка. Сам ты бот Димка. Я не бот Димка. Это на какой гигантской? Это не, это тебе показалось, у тебя пинга, у тебя же просто FPS мало. Я припаркнусь на вашей голове, пожалуйста. Слышь, косарь. На пенек присел, косарь отдал, понял? Да вы достали уже, блин. Да вы ползай. Бесячие. Прикажете делать? Уходить отсюда. Что делать? Ходи, пукать? Ходи. Он сел. Да, это жесть вообще какая-то. А чё он такая медленная? Вообще ужас. А, медленно, ага. Медленная. Пацаны, чё, на перегонки? Чё ты прожимаешь, да? Нет, вообще ничего. Слишком какой-то. Да, он что-то прожимает, ускорение. Да нет, да ничего не прожимаю. Пацаны, я всегда честно играю с вами. Фуфлами. Полетели! Ебо! А чё так быстро? Хренеть просто! Ну это было больно. Какой ты там запрещенкой собрался пользоваться? Никакой нельзя пользоваться. Только мне можно пользоваться. В смысле, ты знаешь все мои тачки? Ты не должен был их знать. А мы знаем. Да? Ладно, у меня есть кое-какая тактика. А, я бы сказал, стратеджи, она должна сработать сегодня у нас. Вай, красиво. А куда он идет? Ах ты, зараза. Говно тянет, говно. Подрезал меня. А, все, понял. Так, я не понял, а я что-то... Охренеть! Это не ловится, пацаны. Да, конечно, не ловится, с читами гоняет на ускорение, блин. Да не читы это! Это не читы, тебе показалось. Ну да, ладно, ребята, я тупо... Я тебе говорил, я буду тоже пользоваться запрещенкой. Да в смысле, я ничем не пользуюсь тут. Я просто еду. Я просто еду прямо. Я ехал прямо. Короче, ладно, ребята, я думаю, даже... Я даже не буду напрягаться, потому что, сами понимаете... А, я думал, это вы. Мы всегда рядом. Ты вонючий хендер, а? Какого хрена ты сел вообще в эту тачку? А я-то думал, тачку, блин, угнал. Ладно, ребят. Да, конечно. Как говорится, запрещенка на запрещенку, но мы все это отрубаем. И прямо сейчас у нас будет последний, ребят, заключительный раунд, где я должен буду угнать одну машину. Ну и последний заключительный раунд, ребята, у нас с вами. Да, остается не так много времени. На угон примерно полминутки. А на то, чтобы доставить еще больше. Еще больше, если я не ошибаюсь, по-моему, что-то где-то вкусное оставалось. А, это что? А, понял. Ладно. Помочь? Ты что так меня пугаешь? Нормально. Кто кого пугает? Говнарь уже в тачку где-то сел. Слышишь, молчит. Кто кого пугает, я не понимаю. Я приехал. Я так не понял. Да, если типа значит, он что-то делает. Я работаю. Что мы все троем здесь, да? Да охренеть просто. Вы что, меня выслеживали, что ли? Джон Псины вы. Ладно. Ага. Ага. И мать все летит нахер. Как, блин, с вами работать? Вообще не понимаю. Вы мега жесткий, вы мега сложный. Угонять мега трудно. Ребята, если вы поставили 3000 лайков, вы очень сильно ошибаетесь. Минус один. Или нет?
А я-то или да? Кое-как. Да езжай ты, кусок говна. Где вы? Лазить. Еду. Денчик, слази! Денчик не слезет. Короче, на дороге смотрите, где-то поблизости сейчас вылупится. Он здесь только что был. Я ж тебе не яича, чтобы вылупляться. Ах ты яича. Да ПРСТ. Ай, ладно. Ты слишком жирный, надо меньше кушать. Да на каналах они дали. Да ладно, нехай у меня получилось, конечно, ты не очень красивый. А кто сейчас за мной едет? А угадай. Вот догадайся. Алдак, можешь? Нехай себе. Ну блин, ну ты посмотри, как мне везет сегодня. Я прям такие нереальные кульбиты делаю. Да, почему тогда я их тоже делаю? Потому что ты черт. Черт? Да. Ты чертик. И Майя полетел. Вы что, в туннеле? Вот и не очень. Мы в Нарнии, ну, да. А, я понял, я тоже в Нарнию попал. Какую? Не хочу я в Нарнию. Он поехал в туннель. Где больничка? Ну, вроде как минус один. Снизу. И вроде как я минус знаю, второй. Я знаю, где выход у этого туннеля. Я знаю пароль, я знаю ориентир, да я уже давно не там. В центре где-то ищите, я примерно я еду, знаю только минус. Это. А, я увидел, где увидел. Где мир. На, в центре самом, короче. Да там, ничего ты не видел, слышь? Он на магистрали, я понял. Ты забыл глаза притереть, ты ничего не видел. Он возле каналов. Да каких каналов, дядя? Ты не очень красиво поступаешь. А вот мимо меня приехал. Когда меня палишь. Да. Ты не очень красиво... Так, а где он? Стоп. Исполняешь. Топи по прямой топи. Когда Даню топлю, забываешь. Топлю. Даня, ты где? Я еду. Куда? Тебе. Иди. Я капец, я столько, блин... Стой, вон он. Я дорогу. Столько кульбитосов пона... исполнял сейчас. Обратно я вот на шоссе выезжаю. Просто исполнитель. Да? Просто а вот вижу исполнитель. Я Ваенга. Мой важный орите. Да блядь, я сейчас вали нахер. Он сверху проехал. Да? На шоссе. Так, вот это проблема может быть. Так, ну вроде бы никого не вижу, поэтому можно, в принципе, ставить тачку где-то вот в этом месте, я думаю, да? Ага. Потому что явно... Ставь. А, да вы чё? Почему все меня бодаете? Вы явно не должны знать, где я. И где ты? Юрыч, мы ж не знаем, да, где он? Больше его не видно. Здорово! Близко! Это, блин, не очень, слышите? Юрыч, мы же не знаем, где он, да? Все с вами понятно. Вообще палевные такие. Ай, у меня на самом деле очень сильно тянет вправо машину. Поэтому я не знаю, как мне уезжать от вас. Время уже закончилось. Да время-то закончилось, но тачку-то я могу довезти, поэтому ничего не знаю. Предлагаю полицейский участок я везти. Да, сразу. Ага. Тоже согласен полностью. Бля, опять он туда хочет. Тебе здесь не рады. Думаешь? И опять это Нарния. Бля, Стяши, да чё вы не полетели, блин? Я на это рассчитывал. Всё. Так, давайте, раз, два, три. Да, в смысле? Ладно, мы пытаемся ещё раз. Кто куда полетит? О. Привет, воробушек. Да ёбрасы, да как ты меня бесишь уже сегодня. Да пожалуйста. Что всё? Я минус. Отлично, это радует. Это, блин, радует. Ладно, короче, я на самом деле не понимаю, что мне еще делать, потому что... Блять. Не ходи. Минус один? Ну, минус один там уже был. Минус один есть, да, но тут плюс один. И минус второй вроде бы. Ой, и минус второй, ладно, я думаю, что сейчас у меня должно все получиться. Да ёпрыса ты! У меня тупо она не поворачивает, чтобы вы понимали, пацаны. Но мне надо уехать, поэтому ничего не знаю. Я пытаюсь. 30 секунд тебе еще даем на уйти и все. Ну каких 30 секунд, дядя? Я еще пока еду. Я еще пока еду. Ладно, последний будет, как говорится, последний крестовый поход у меня. Последний крестовый поход и надо, чтобы он получился. Да. Опа! Красиво. Как я тебя засейвил просто. Да? Здорово. Привет.
А, не, да, блять, я целился же! Я целился, да, но ты мне не дал этого сделать. Ладно, ладно, тачку-то вы эту знаете, окей. Знаете ли еще что-то где-то, что я поставил, оставил? Че вы знаете там? Я знаю. Просто я ехал до Талова и видел, как ты сюда залетел. А ну куда тебе сяду тебе? Вот. Спалило только то, что ты розовый. Где ты? Блин, да ладно тебе. Вы знали эту тачку, ладно. Я перекрасил еще, ах ты жопа. Да, я специально перекрасил. А еще что-нибудь знаете или нет, а? Нет. На самом деле, моя последняя тачка, которую я еще раз угнал, это будет вот в этом месте. Вот, можете посмотреть, я ее в гараж загнал. Ну что же, друзья, ну, да. На этом будем заканчивать. Спасибо всем огромное за просмотр, такой веселый ролик. Вы посмотрели, ставьте лайки. Против трех было очень сложно. И всем удачки, всем пока-пока, друзья. Пока-пока, ребята. Пока-пока.